Здоровеньки, были подписчики Мопеда Раритетовича, с вами снова Илья Механик, и сегодня я дам старт очередному моему проекту, который в какой-то мере будет долгоиграющим из-за возраста его участников. Проект будет как стебно называться «Старики-разбойники», и он посвящен двум мопедам. Мопеду «Стадион С-11» 1960 года и Риги 1963. В этом видео я сегодня вам расскажу о тех моторах, вернее то, что от них осталось мне. Это при покупке мопеда «Стадион» мне, кажется, бонусом были отданы вот два вот этих картера. С-11 с выемкой под карбюратор их, типа карбюратор от С-11, это первый я еще черти знает когда купил, он обрубанный, но все-таки есть. Ну и вот нашлись картера, эти крышечки Ш-50, две левых, если посмотрите, видите, у меня две левых. Спустя полтора года, по-моему, поисков была найдена одна редкая правая. Это именно Ш-50, нет усика под третий винт. Ну и в комплекте с мотором давались две яловские крышки, тоже потертой жизни. В общем-то, по двигателям, вернее по картерам, двигателям, куча проблем. Они оба требуют аргонной сварки. В частности, вот этот вот, его будет принято мной было оставить на С-11 стадион. Имеет вырванный упор под сцепление. Как мне сказали, этот стадион, во-первых, был с металлоразборки вытянут. Скорее всего, и картера тем же макаром пытались как-то тут размозжить, скрыть, разделить на атомы. То есть вот это все придется заваривать. Yes. Вторым картером, который пойдет на Ригу 1, трошки попечальнее ситуация. Тут у нас есть традиционная трещина от заводной звезды и вот нелепая попытка его заварить. Пацаны, скорее всего, ничего не зачистили, и вот сварной шов просто-напросто откалывался от нагрева. В общем-то, нарушали технологию. По крышкам. Две крышки Ш-50 левых. Вот. Я выберу, которая мне больше всего понравится. Больше мне сейчас нравится вот это вот. В окислах позачищаю и решу, какую поставить. С правой выбора не было, я и так ее практически на халяву за 50 гривен, если память не изменяет, купил. 25 гривен за пересылку был согласен отдать, лишь только потому, что это Ш-50, и она, как говорится, я где-то мечтал, что у меня когда-то будет Рига-1. И вот случилось в прошлом году это счастье. Я заимел Ригу 1, правда, с двигателем Ш-52, с цилиндром от Ш-57. К стадиону у нас прилагались отдельно докупленный цилиндр с головкой и поршнем, подобранным заводским. Я еще просмотрю все размеры. Это, кстати, по-моему, нулевой. Камера, наверное, не заснимет с таким фокусом-то несчастным. Головка более-менее целая, не погнутая. А не, есть изогнутость. Так, присмотреться, есть загнутые края. Коробка. Сборная солянка Ш-51К и стадионовская солянка. Может, это тоже, кстати, часть от Ш-51К. В чем разница? Вы видите выходные шлицы ведущей звездочки. Если помните, вот дали мне навеску стадионовскую звезду, там идут микрошлицы, там что-то их около трех десятков. Ну, вот ребята, видать, переваривали, что-то другого нашего срезали, посадили новую звездочку и обварили. Вот. И та уже, видите, имеет износ, согнутые концы, такая пила. Коленчатый вал прилагался, у него из болячек это вот разбитый шпоночный спасогенератор и слегка изношенные шлицы под столик. Кстати, столик имеется, все, что под сцеплением. Интересно, получится одеть такие мелкие шлицы. Не, наверное, все зачищу и потом уже буду одевать, не буду тратить ваше время.
заводной вал с тормозной частью, он остался в картере от стадиона. Тут на втором картере вот этой тормозящей части нет. О, зато есть первичная часть вала. Родная. Это хорошо. И цилиндр тоже. Голый без ничего. Имеет следы коррозии. Такой вот. Сейчас вот видно по отражению. Он даже вылетевший след от стопора. Да, стопор, скорее всего, вылетит. Стопорное кольцо. Его будем растачивать. Судя по глубине, скорее всего, мы будем его растачивать уже под поршень Дио. Все-таки толщина более-менее позволяет это сделать. Ну и будет он стоять на Риге 1. В общем-то, для второго мотора, благо для есть двигатель Ш-51К, с которого можно будет снять запчасти и доукомплектовать. Это двигатель. Цилиндр у нас есть. Остается только вот найти вот такую головку. Ну или подобие ее, либо стадионовскую, либо Ш-51К. Я уже не знаю, как выйдет. Это поставим. Вот. Ну и собирать два мопеда в параллельном темпе. То есть движки, рамы. У них все-таки запчастей ну, у обоих мопедов в чем-то даже поменьше будет, чем на той же Риге там, 16, Риге 12. Особенно стадион, у него запчасти вообще там, на пальцах можно пересчитать. Он настолько легкий был, потому что запчастей у него практически не было. Ну и наслаждаться поездкой на них. Так что старт дам. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.